Всем привет, дорогие мои, с вами Кононова Аня, проект Faberlic онлайн и пустышки. Пустые баночки семьи Кононовых. Все, что закончилось, в принципе, за месяц. Итак, смотрите, какие-то новинки буду быстро разбирать, не новинки. Ой, новинки, наоборот, подольше. Что старенькое, буду быстро разбирать, чтобы было удобно всем. Так, ну, во-первых, давно у меня не было концентрированного средства от накипи для чайников и кофемашин. Одобряю, штука классная. Артикул 30259, тут 3 ампулы. Очень хорошо чистит чайник. Это средство я распыляю по дому. Это антибактериальное, безопасно для человека, безопасно для животных. Артикул 30163. Оно идет против бактерий и вирусов. А жидкость полностью без цвета, без вкуса, без запаха. Обычная такая водичка, которая хорошо дезинфицирует дом. Это у нас с вами крем-гель для душа питательный. Артикул 8391, 250 мл. Очень приятный аромат миндаля. У него такой белый непрозрачный вкус и прям привкус такого молочного классного миндаля. Далее закончилось масло Happy. Обалденное просто масло. 100% натуральные эфирные масла. Тут идут в составе 1343 артикул. Лимон, апельсин, бергамот, грейпфрут, герань и лаванда. Также мандарин. Оно идет 5 мл. Аромат просто обалденный. Его можно наносить и на руку, и за ушки, и в ароматический диффузор. В общем, очень вкусный такой, свежий, приятный аромат аромамасла, причем натурального. Любимый шампунь мужа с перитионом цинка с ароматом зеленого чая от перхоти 1303. Шампунь-бальзам детский 2344-250 мл. Но я все равно еще сыворотку наношу, потому что мне кажется, что шампунь, он наоборот, ну, грубо говоря, чешуйки раскрывает, и чтобы их закрыть, нужен бальзам. Это мне сказала мой парикмахер. Масочка с классным ароматом ревеня с артикулом 2654. Отлично питает волосы. Далее масочка «Умный кератин». Гламурная такая, розовая, тоже отлично работает. 8248 артикул. Очень давно не было тонизирующего скраб-актива для тела, антицеллюлитный. Артикул 1237, 150 мл. Очень хорошо скрабирует тело. Мне нравится как раз-таки для моей нежной кожи. Так, побежали по косметике для дома. Как обычно, целая гора. Очень люблю средства для дома от компании Faberlic. Все они идут биоразлагаемые, экологически чистые, не наносит вреда окружающей среде. Итак, многофункциональный биогель для очищения туалета, хвойный микс. Также универсальный спрей-пятновыводитель, очень удобно. Водный спрей антистатик, все-таки дорасходовали, 112,62 артикул, очень давно его не было. Ну, честно сказать, мне сейчас больше нравится рефрешер. Он еще убирает заминание и плюс ко всему он также идет как антистатик, поэтому его я, скорее всего, больше не буду заказывать, если рефрешер у нас с вами будет в наличии. Далее, вот такие спреи для разглаживания белья все-таки закончились, потому что мы поставили несколько... В общем, сейчас зима, балкон, холодно, белье не сохнет, а так как нас много, да, нас очень много, получается, ставим белье на сушку. И белье бывает иногда после сушки очень сильно мятое, и мы вот таким водным спреем для разглаживания просто разглаживаем, как бы утюгом не пользуемся. В принципе, штука классная, экономная, нам понравилась. Артикул 112,85. Гель для профилактики устранения засоров 302,44. Ну, недавно провели профилактику во всех ваннах, во всех туалетах у себя, на кухне. Что-то вроде бы вода хуже стала уходить, или мне показалось, но на всякий случай прочистили. Мой самый любимый шампунь, когда он появился в компании Faberlic, я просто вот начала получать кучу комплиментов, мои дорогие. Знаете почему? Потому что это шампунь для нейтрализации желтизны. Он такой вот фиолетовый, видите, немножечко заморала крышечку. Артикул 2710. Он идет с фиолетовым пигментом, который поддерживает благородный холодный оттенок осветленных волос и предотвращает нежелательную желтизну. У него есть интеллектуальная формула с активным комплексом и плюс сапфировая пудра. Он воздействует на поврежденные участки волос, интенсивно восстанавливая и возвращая драгоценное сияние. Очень понравился шампунь, 250 мл, долгоиграющий. Я им пользуюсь примерно раз в 1,5 недели, поэтому он очень долго у меня заканчивается. Я моюсь обычным шампунем, но и этим. Каждый раз мыться только этим шампунем, он будет все-таки, на мой взгляд, пересушивать волосы. Это во-первых. А во-вторых, оно не надо. То есть, как бы, ну, где-то вот, да, раз в 5-6 помывок я замачиваю голову, и мне этого достаточно. Далее, восстанавливающий бальзам для осветленных волос с артикулом 2711, тоже линейка Blond Tycoon, он классный, нежный, легкий, хорошо питает волосы, разглаживает волосы, и плюс ко всему не течет, ничего, очень удобно нанес, и все великолепно. Биокапсулы для посудомоечной машины, артикул 10902, тут 20 капсул, хватает, ну, вот на 20 применений получается. Далее, биосредство моющее универсальное для жесткой воды. Мы им моем пол. Нравится им мыть пол. Очень-очень, потому что оно идет, во-первых, с натуральными эфирными маслами. Оно не химозное. Чистота прям хорошая с них. 500 мл, артикул 10897. Мы даже когда с ним начали первый раз мыть, мы удивились, какая вода в ведре грязная. Далее, спрей антиналет для ванн и душевых кабин. Очень нравится. У нас как раз есть душевая кабина. Используем его редко. Вообще приятно. Нанес на плитку, на стекло, на все. Нанес и забыл. Потом пришел, душ закрыл изнутри и все промыл по-хорошему. Мне очень нравится. Я прям в восторге. Концентрированный гель для стирки белого белья 118,42. Ультракондиционер для белья. Один из моих любимых. Вот это два самых моих таких любимых. 118,55. Розовый такой очень аккуратный, нежный аромат. Восточный пион 118,53. Далее еще один такой же ультракондиционер. И далее концентрированный гель для стирки 118,41. Он идет для темных тканей. Вот, кстати, когда каждый день пользуемся, что-то выкидываем, оно так не кидается в глаза, когда ты начинаешь смотреть, боже мой, сколько пустышек. Слава богу, что все вот эти пустые баночки компания Faberlic берет на возврат, на переработку дальнейшую. Средство для чистки мытья стекол и зеркал с антизапотевающим эффектом 110,48. Далее, концентрированный гель для стирки. Он идет с защитой волокон и цвета, сохраняет свойства особых тканей эффективными. Это именно для деликатных тканей 118,40. Далее чистящий крем универсальный, очень нравится, 3253. Концентрированный гель для стирки 118,43. Дальше моющее средство универсальное 30,700. Концентрированный шампунь для очищения ковров и обивок 302,51. Вот насчет него могу сказать, что вот это средство удобнее. Они нормально оба моют, но вот это средство, оно, как вам даже сказать, его нужно наводить, потом эту пенку наносить, а тут просто взял, это идет как спрей, его берете, наносите, ну, сейчас тут пусто, так вот, ой, да, вот видите, наносите, оно на ткани превращается в пенку. У него очень приятный такой нежный, невесомый аромат. И после нанесения на любую поверхность, неважно, ковер это, кресло, диван, матрас, 3252 артикул, вот прям неважно, удобно. Мы нанесли вот так, пш-пш-пш-пш, и оставили. Пришли потом и протерли. Он очень хорошо смывается, он не оставляет разводов, он просто крутой, наикрутейший. А вот этот нужно наводить. Вот это тоже очень неудобно. Вот видите, способ применения: 40 мл средства вспенить в 1 литре воды до образования стойкой обильной пены. Вот еще надо вспенивать, стоять, да, это вот все. Поэтому, конечно, вот этот спрей я буду заказывать, а средство, которое нужно специально наводить, ну, что-то как-то не очень мне хочется. Далее, 3D Volume, это идет шампунь, 3D объем. Он действительно классный. Он и волосики такие, знаете, делает не утяжеленные, но гладкие, приятные. Придает дополнительные объем, восстанавливает, увлажняет волосы. Отличный, отличный шампунь 18,86. Далее шампунь и гель для душа 2 в 1. У меня муж пользуется только шампунем, который идет от перхоти с перетеном цинка, зеленый чай. Вот это у него чисто гель для душа 27,75. Ну, кстати, классно придумали, потому что у меня муж очень часто раньше, чем голову моет, тем и тело моет. Ему как бы было пофигу. Сейчас он как-то начал по отдельности. Далее расслабляющий крем-масло для душа, артикул 26,14. Оно классно питает, у него очень яркий, бьющий в нос аромат мелатонина, что тоже супер-мега-класс. И вообще, он, знаете, он такой густенький. Вот я вам покажу. Он густенький, долгоиграющий, и у него безумно приятный аромат. Использованные шарики для устранения запаха в холодильнике 111,60. Годами заказываю, нравится. Особенно, когда какой-то день рождения, много салатов. Я могу еще дополнительно шарики положить и с утра Все отлично. В холодильнике не смешиваются вот эти ароматы. Масло сливочное с посторонними привкусами. Вообще нету такого. Отличная вещь. С артикулом 26,99 это гель для интимной гигиены. По-моему, лимитированный выпуск или нет. Душистая земляника. Так вот, слишком яркий у него аромат. Сладкий, яркий. Мне не понравился, если честно. Вот мне больше нравятся такие гели для интимной гигиены с артикулом 87,22. У них более такой приятный аромат, на мой взгляд. И они ничем не хуже. Может быть, даже лучше, как-то вот гуще, приятнее, они прозрачные. Если вот этот розовый, покрашен цвет розовый, то этот абсолютно прозрачный, гелеобразный, прям очень сильно его люблю. И очень хорошо все отмывает. Далее, гель для подмывания с экстрактом череды и алоэ вера, 16,44 детский. Дезодорант, антиперспирант, Антон еще дорасходует. Артикул 0507, я как-то брала 10 штук, то ли по купонам, то ли почему, вот он еще не заканчивается. Но в дорогу мы уже берем такой же спрей трехдневный от эксперта. А вот этот он дома пользуется. Ему, конечно, больше нравится вот этот аромат, чем тот. Далее, отличный тоник после бритья и депиляции, который препятствует вырастанию волос, но вышел срок, представляете? Вот, не знаю, он такой долгоиграющий, что я его так и не дорасходовала. Хотя цвет, вкус, запах, консистенция, действие. Не знаю, как так получилось. У меня очень редко что срок выходит, но тут прям бабах. 25,73 артикул. Мыло для рук детское, артикул 23,88, 200 мл. Далее идет уходовая за лицом. А нет, вот давайте еще салфеточки посмотрим. Значит, влажные салфетки для удаления пятен. Наш фаворит 115,52. Прокладки BSC. В принципе, нормальные прокладки. 201, 901. От Faberlic они, конечно, отличаются, но нормальные прокладки. Не могу их наругать. Тоже с чипом идут, все здорово и классно. Далее, смотрите, я себе какие штучки на Яндекс.Маркете заказала. Хорошенькие такие купидончики. Влажная туалетная бумага лежит у нас в туалете, часто ее берем с собой в поездку, артикул 30,400. Пригождается. Также идут влажные салфетки, быстрое очищение, снег, соль, осень, в общем, начали заканчиваться, 114,34. Так, салфетки для интимной гигиены 26,07. Ну и пойдет лицо у нас сейчас. Патчи ISEOL, очень нравится. Так, нету артикула у патчи ISEOL, найдем, обязательно подпишем. Классные патчи, суперские гидрогелевые патчи, мне нравится. 60 штук в упаковке. Очищающее молочко. Начала, как вы помните, использовать недавно, но уже вижу хороший результат. Артикул 0971. Я сначала пользуюсь мицелляркой, а потом уже молочком, а после молочка уже тонечком. Отлично, просто отлично. Это молочко 0971, оно густое, такое светлое и, на мой взгляд, очень действенное и приятное. Так, далее, это я вместо мицеллярки использовала. Артикул. К сожалению, стерся артикул, не подскажу, но мицеллярка нормальная. Конечно, аромат у всей линейки BSC очень горький. Он очень горький, но вот этот аромат не до такой степени сильно горький. Он такое чувство, что как будто приглушен чем-то, и когда наносишь его на лицо, вот горечь чувствуется, но не так вот прям бьет в нос, как, например, от шампуней. Сносно, израсходовала. Дальше восстанавливающий тоник для лица 0,779. И увлажняющий тоник для лица 28-21. Вот по действию, в принципе, одинаково. И запахи у них у обоих очень вкусные. Тут прям все нравится. Далее, увлажняющий гель для лица. Израсходовала, кстати, очень нравится его действие. О, вот, даже чуть-чуть есть. Он такой прозрачный, он хорошо ложится. Он идет как основа под макияж. Великолепно подходит. В общем, одно удовольствие было им пользоваться. Сладенький, вкусненький. Использовала его как сыворотку, нижний слой. Это восстанавливающий активный спрей с артикулом 0,256. Иногда я после молочка, перед тоником, когда чувствую, что что-то многовато молочка вот нанесла, я пшикаю лицо и протираю ватными дисками, а потом уже протираю тоником. Отлично работает. Ну, сейчас ближе к 40 все средства хороши. Чем больше, тем лучше. Главное поэтапно правильно пользоваться. Недавно вот узнала, что девушка мицеллярной водой протирает лицо, а потом крем. Я говорю, как ты так догадалась? Это же такой ужас. Надо хотя бы было тоником снять мицеллярку. Мицеллярка, там же павы, мицеллы. Это все остается на коже. Это же все растворяет вот этот вот слой грязный, вот себума и так далее. И вот это все просто размазанное по лицу, растворенная мицеллярка вбивается обратно в кожу. Я говорю, господи, как у тебя еще прыщи не пошли. Слава богу, она мне вовремя рассказала. Далее, гель для умывания для всех типов кожи. Оценила и заказала еще 2. Он как раз я всегда думала, куда мне деть столько купонов. Я их, ой, не купонов, а карточек «Твой бонус». Я карточки дарила, но не додарила. И вот израсходовала карточки «Твой бонус». Кстати, 40% я не забираю скидку, а вот 45, 50, 55, 60 и 70 все забрала. Артикул 0970, отличный просто гель для умывания. Вот взяла еще два. Он, по-моему, уже в обзоре у меня вышел, потому что я обзор сняла раньше, чем пустышки. Так, дальше. Детская зубная паста 51,12. Первый зубик идет 0+. У нас Викуси иногда поджирает, по-другому не скажу, пасты. Таких вот две брала масочки, уже ругала ее. Она, конечно, да, она и освежает, она и увлажняет, она все делает отлично, но мне не нравится ее нанесение. Артикул 0042. Она ложится вот какими-то катышками. Ой, что она прям вообще вымыта. У нее приятный аромат, красивая консистенция, но когда вы ее подчерпываете, разносите по рукам, вот эти вот катышки остаются на руках, и вот вы шлепаете на лицо, все это разлетается, вот эти такие кристаллики, да, таких размеров маленькие. Мне не понравилось. Вот не буду врать, честно скажу. Так, это зубная паста Малофтилин, наш фаворит, 7912. Викенки ручки начали подветривать. Дальше зубная паста 2246. Кстати, мягкое отбеливание. Ну да, я ей тут пользовалась. Что-то у меня зубы после поездки, знаете, какие-то желтые стали. Много кофе пила, много латте покупала. Дальше помада. Их 3 вида помады. И вот эта помада, смотрите, как она. Раз, выдвигается, задвигается, выдвигается, задвигается. Вообще прикольная, классная, мне очень понравилась. Она отлично питает, есть защитная, есть питательная. Вот, к сожалению, это новинка от BSC, она вышла уже будучи в компании Faberlic. Это новинка, я с превеликим удовольствием израсходовала. Но, к сожалению, у меня губы очень сильно сохнут. Прям ужасно сильно сохнут зимой. Очень классный крем. У меня, да, кстати, его полюбил массажист. Он с ним делает массаж. Он идет как универсальный крем для лица, рук и тела. На лицо его не пробовала. Понятно, что 40 лет, ну 39,5. Такой возраст, когда уже хочется антивозрастные кремчики пробовать и на шею, и на декольте, и на лицо. Поэтому вот этот 2608, он идет, конечно же, с ланолином. Это уникальный природный воск, получаемый из шерсти овец, который бережно заботится о коже, усиливая ее защитный барьер. Но еще плюс ко всему у него мало запаха, и он быстро впитывается. После него не нужно там в душ ходить, еще куда-то. Он не сильно пахнет. Его оценил мой папулька, 76 лет, потому что если он приезжает с мамулькой, мы ему раз делали массаж с обычным, по-моему, BeautyCafé, да, BeautyCafé, там очень резкие ароматы, и мама у меня вся учихалась, а с этого крема нет. И ей тоже с этим кремом делали, и вот недавно мне проделали, опять-таки, великолепно, просто великолепно. Так, запасной блок 500 мл, это как раз-таки лаймовый сорбет, сильно пахнущее мыло, 500 мл, артикул 2743. Вот, по-моему, знаете, у него такой химозненький аромат, мне не понравилось. Вот кто-то хвалит, я буду честно говорить, мой нос сказал м-м. Так, еще одни салфетки от пятен. Так, это у нас бывшая помада 4740. В компании Faberlic 2 помады. Вот этот защитный бальзам для губ, именно детская помада, мы наносим перед выходом на улицу. А есть еще после выхода на улицу, она розовая. Решила вспомнить вот эти вот реактивные маски патч. Это линейка 25+, идет с гиалуроновой кислотой. Так, артикул... какая жалость, артикул я обрезала. Ну ладно, могу сказать, что сейчас еще круче маски по пропитанности. То есть вот эту маску неудобно клеить на шею. Если вот те пропитанные маски я шлепнула на шею, и все великолепно, они прям большие, на лицо одну, другую на шею, отлично. А вот эти, они суховатые. Они вроде бы с лица не отпадывают, они очень хорошо пропитаны, но с шеи отпадывают. Хотя действия у них реально шикарные. Куплю еще, но на шею просто буду другие делать. А вот эти, кстати, маски, все вот эти новинки яркие, они как раз-таки все чересчур сильно пропитаны. Еще можно сколько-то налить, и маску на лицо, и сколько-то налить, и как раз нанести и на декольте, и на шею, и на ноги, да, ну вот где свободное место. Вы представляете, в них столько жидкости остается. Вот в этих масках, если я открываю две маски, одну прилепляю на лицо, вторую кладу на шею, люблю лежа, телефон надо мной, лежу, работаю в масках, то столько жидкости остается, что я могу намазать полностью все руки и все ноги. Даже пяточки. Вообще просто шикарные маски. Эта маска 0464, идет как гиалуроника, вообще отлично увлажняет, прям так все здорово делает. Кстати, вот эту водичку хвалю не первый раз, нежная, легкая, классная, именно от BSC, так и называется BSC, прям даже хочется открыть и еще послушать вот этот вот уходящий аромат. Это просто очень вкусный аромат. Ну и поехали тем. Омега-3 форте. 157,79. Q10. Огромное количество. Мы сейчас пропиваем Q10 всем семейством. 157,23. Так, антигель пропивали у меня девочки. Те, кто у меня вот работают, я их снабжаю тоже БАДами, чтобы они пропивали. Вот они пропили у меня антигель. Посмотрите, когда. Так, это омега-3 форте. К2, Д3. Был с наикрутейшей скидкой по черной пятнице. Опять взяла 5 штучек себе. 81,15 артикул. Витамин С плюс цинк. Обязательно пьем 2 раза в день по одной после еды. На гепата форте пропила я. Кстати, клевая штука. Вообще полностью избавилась от изжоги. Как-то вот, как будто пищеварение улучшилось. Мне понравилось гепата форте. Поэтому рекомендую. 157,59. Прям отлично. Прям отличнейшее. Мне понравилось. Так, живицу пьем всем семейством по 5 штук. Поэтому живицы уходит много у нас. Это все живица, господи. Мы еще прибрались. У нас было много открытых. И мы все переваливали в одну. Одну целую набирали. И вот... Столько вот открытых было из-за поездок, из-за всего накопилось. Далее комплекс «Сильный иммунитет». Он идет тоже с омегой-3, эхиноцея. Ее пью только одна я. Очень нравится. 81,13. Тут вся семья слегла. А у меня чуть-чуть вот простуда вскочила и все. Тьфу-тьфу, дай бог, всегда бы так было. Говорю им, пейте вместе со мной по 2 штучки 2 раза в день после еды. Это и омега-3, и эхиноцея, и ультралист. В общем, состав отличнейший. Секреты Востока. Это экстракт черного тмина, кыстальхинди и хельбы. Артикул 157,10. Вот Александр Эдигер наш говорит, что ИПО нужно обязательно. Ну, он лучше всего подействует на голодный желудок. Далее муж пил гидрейн. Он сейчас участвует в марафоне по управлению весом. Посмотрим на его результат. 156,20. Я ему говорю, что гидрейн не поможет, если ты будешь кушать каждый день жареную картошечку и пельмешки. Он меня не очень слушает, но иногда раз в 3 дня может выпить коктейль. Я говорю, ну, конечно, если тебе что-то надо, ты, наоборот, начинаешь нарушать все подряд. В общем, не знаю, что у него получится. Так, артикул 157,25, но стресс. Я пропила, но стресс, мне очень нравится. И иногда мы в Викусе, когда она, вот, знаете, перевозбудится, даем 1 таблеточку на ночь. Тоже очень хорошо срабатывает. Ну, мы ей растворяем, через шприц нурофена ей вливаем, потому что она по-другому, ну, никак. Тут что-то... Пиццу пекли опять. Смотрите, сколько пиц напекли. Пиццу мы пекем на ореховой муке. У нас еще есть мука миндального ореха. Там, ну, в общем, различные муки мы заказываем. Мы не едим муку с глютеном, поддерживаем Вику. Из-за вот этого вот специального протокола питания, о котором я вам в сторисах рассказывала в своих соцсетях и на канале Телеграм. Кто еще не подписан, разверните описание, подписывайтесь на канал Телеграм. Потому что, мне кажется, вот что в соцсетях? Все, что бы я не выложила, оно... Ой, оно, грубо говоря, за сутки исчезает, а в Телеграме остается навсегда. Честно сказать, больше всего нам нравится соус классический. Артикул 160,50. Мы его прям едим и радуемся. Хотя я соусы не очень люблю, но иногда бывает. А вот этот кетчуп шашлычный с артикулом 160,51 как-то вот дорасходуем, но больше к нему не вернемся. В этот раз у нас всего 1 коктейль закончился. Что-то, ну как, ну знаете, надоело. 156,54. Далее Викинг шоколад. Конечно же, обалдеть, сколько она за месяц. Ну это вот за месяц у нас только съедает шоколад. Ну, еще мед мы ей даем фермерский. Тут ездили на экорынок, купили, вот не знаю, сказали фермерский хороший мед. Буду надеяться. Артикул 160,057. Тоже вот на меду шоколад. Вот, представляете, проглотит мой маленький, любименький. Так... Побежим дальше. Закончились аромадиффузоры. Мандарин Фреш. Артикул 156. Диффузоры в компании Faberlic просто высший пилотаж. Очень нравится. А это Energy, тоже мандарин Фреш. А это, тоже мандарин Фреш. В общем, коридорные закончились диффузоры. И заменили на новенькие. Стевия 1 штучка закончилась. Ну вот чё. Больше стевии нет в компании. Убрали с производства. Фитоконцентрат. Очень любит муж его пить. 157,15. Это как чай на вкус. Как сладкий, вкусный чай. На мой взгляд, он слишком сладкий. На взгляд мужа вкусненько-сладенько. Он балдет. Чай Immunity. Вика тут поболела, покашляла. 150 57,70. Чай гидрень тоже пил мой муж, 157,71, на марафоне по управлению весом. И такой вот противовоспалительный травяной сбор пили мы всем семейством и выпили его буквально четвером, буквально за 3 дня. Вот когда начался вирус, я всем просто заваривала и себе тоже заваривала. Не только сильный иммунитет пила, но еще вот этот пила. Может быть, я бы и заболела, если бы не этот чай, я не знаю. Дальше. Ой, ну смотрите, какие классные. Так, коралловый кальций обязательно, 157,30. Далее, кофе «Добрый день». «Добрый день», артикул 160,49. Кофе «Доброе утро», артикул 160,48. Далее, соль. Правильная соль уэльская, в которой на 30% меньше натрия. Да, вот это все она. Я заказываю кучкой. У нас есть такая большая штука, тоже от компании Faberlic. Мы туда полностью все высыпаем разом. И это идет уже на переработку в компанию Faberlic обратно вот эти упаковочки. Так, ароматизатор для белья. Недавно развесили вот эти лавандовые. Я верю, что лаванда помогает от моли, от всего. Тут я увидела одну моль. Мы всю квартиру, все шкафы искали, не нашли пока что. Диваны, внутренности, все. Но на всякий случай вот эту вот лаванду мы развесили. 11,5 грамм, вот такая штучка. Ну, нравится, вкусно. Сейчас, конечно, выпустили еще вот этот баблгам, он мне еще больше нравится. Ну и трусы мужские. Антоха с удовольствием носит. XXL 834,68. Ну и, конечно, кошатина, как много кто любит говорить. Вкусно покушать моей Алисоньке. Артикул 162, но 0,8. 24 штучки. Угу. Вот столько она у нас за месяц съедает. А, кстати, так меньше, чем за месяц. Она у нас больше съедает. Мы потому что берем 2 коробки сразу. И одну, ну, наоборот, вот так вот расставляем. И сразу по 2 коробки. Вот тут одна закончилась, значит, закончилось 2. Представляете? Мы экономим место, нам не нравится. Вот нам, допустим, я заказала сразу коробочек 5. И все отлично. Ну все, мои дорогие, с вами была Кононова Аня, проект Фаберлик Онлайн и Пустышки.